Друзья, всем привет! Вы на канале с сельчанкой. Сегодня я хочу показать, какие домики можно купить. Уже готовый домик. Вот. Он называется Mobile Home, перевозной, который привезут его вам домой. Ты делаешь сам уже себе фундамент дома. Можно делать как бы бейсмент, такой подвал. В землю так вкапывается, там делается, ну, нижний этаж, можно так сказать. И наверх ставятся вот такие мобил-хомы. Уже все сделано. Уже много раз я видела, когда везут, кто-то купил, и машинами перевозят его. Крыльцо уже ты дома делаешь, если вот, например, это маленькие, делаешь, какое тебе надо. А вот он открыт, и сейчас я покажу, какой домик. Сразу это они так сделали, чтобы мебели стояли, вот так стоят, как бы, ну, чтобы человеку сразу понравилось. Вот, пахнет новым, очень пахнет классно. Это как бы прихожая такая. Вот такая кухня. Смотрите, сразу даже сделано. Можно садиться, чай пить, кушать. Вот такая кухня. Какой красивый цвет кухни. Ой, как я люблю такой цвет. Смотрите. Очень хорошая кухня. Когда покупаешь этот домик, то входит сюда кухня эта. Духовка, микровейка, холодильник, вот посудомойка. Мы тоже, когда купили свой дом, смотрите, она новая, то у нас все это тоже было. Вот так. Потому что, ну, люди уезжают, они же не будут вырывать там кухню. А это, я так поняла, здесь будет как бы лаундри-стирка. Вот это для машинок. Здесь ставишь, уже сам покупаешь. А это вот такой шкафчик. Красивый очень пол. Мне нравится такой, под старину такую. Так, вот здесь идет шкафчик. Это идет как бы кладовая такая. Здесь макаронные, рис, все такое сохранять. У меня в моем доме этого шкафчика нету. Я все свое выношу в гараж. И мне очень неудобно. Ну, что ж поделать. Я очень его люблю. Зеркало. Так, идем дальше. Здесь туалет, ванная. А, есть, свет нету. Так, здесь идет комната, как бы спальня. И вот сразу шкаф. Вот так. Здесь карпет, ковролин или как. Вот еще шкафчики тоже. Сюда можно покрывало, постель. Это уже, я уже так рассчитываю, как бы делала, например, я. Постель, пылесос поставить. Вот еще шкафчик. А это уже как бы mechanical room идет. Здесь все такое. Здесь, а это, наверное, короче, не знаю, что там. И вот еще такая комнатка, тоже вот там шкаф, видите? Так, о, я в той комнате, наверное, шкаф закрыла. Ну, сейчас посмотрю. Да, надо открыть, потому что, чтобы воздух, я думаю, может быть, был. Так, и еще вот покажу сюда. Это идет от кухни, от прихожей. Вот такие дверки. Ага, они закрытые. Смотрите, вот там доска такая. Ну, потому что... И ты уже себе вот здесь, с той стороны, делаешь террасу, какую ты хочешь. Классно. Так, идем дальше. Хорошая кухня, смотрите. Вот я люблю, когда вот такие столики, например. Тот стол, ну...
Вот здесь кушать, если гости там или всей семьей, а если так быстренько перекусить, ты себе вот сюда садишься и все. Мне очень это нравится. Барная стойка или как оно называется, не знаю правильно, но я очень так люблю, как есть. Это выход. И вот здесь еще шкаф, когда заходишь, вот здесь курточки, все, обувь помещать свою. И вот еще одна комната. Это самая большая комната. Это как бы для меня, для родителей комната. И здесь сразу идет туалет. Еще один. О, смотрите, какой большой шкаф для родителей, конечно. И вот еще такой туалет. По привычке хочу свет включить. Вот такая ванна, тумбочка, зеркало, я, конечно, и вот туалет. Ну, я не знаю, зеркала эти идут сюда или не идут, но красиво. Все такое белое, чистое. И, о, еще душ-кабинка здесь есть, смотрите. Да. И окно. Тоже пол такой самый, это такой пол, что он waterproof, водонепроницаемый, наверное, если... Да, я думаю, что правильно сказала. Окна низкие, смотрите, как здесь. Ну, короче, домик классный. Ну, только нигде я не нашла, чтобы лежали документы. Вот как я показывала те такие... Как же... Я показывала кемперы, те автобусы такие... то там было в каждом автобусе, там была цена в кемпере каждом. А здесь нету таких бумаг, документов, чтобы видеть, сколько он стоит. Это нужно идти в офис и спрашивать. Вот так. Есть, это я смотрела, здесь три комнаты, да. Так, нету нигде цены. Ну, жаль, конечно. Вот еще я зашла в один посмотреть. Ой, как здесь красиво. Смотрите, здесь все по-другому. Ну, это что-то здесь лежит, какие-то инструменты. Видите, здесь кухня по-другому построена. Что-то они переделывали здесь. Ой, какой красивый стол. Это даже здесь вареники делать. Это специальная доска такая. Классно. Уже здесь кухня идет коричневая. Здесь тоже вот такой клозет, как бы для продуктов. Холодильник. Вот сюда комната. Этот, наверное, они или строят, или что. Еще недоделанный. Там тоже идет туалет. А сейчас сюда посмотрим. Так, сюда тоже. Здесь как бы такой маленький офис. Но это, видите, еще двери они вставляют что-то. Ну, короче, этот не так уж интересный, потому что здесь идет какой-то ремонт. Вот сейчас хочу посмотреть еще этот, если он открыт. Да, этот открыт тоже домик. Все так стильно, красиво, сразу обставлено. Ну, эти мебели, я думаю, что они, если ты хочешь, то ты уже их покупаешь отдельно, как бы. Так. Вот там телевизор ставить тоже. Смотрите, вообще другой стиль, другой, ну, все другое. Сразу камин вот там есть. Так, кухня. Тоже столик посредине кухни. Вот этот тоже очень люблю. Так, сюда плита, вытяжка большая. Вот шкафчик для продуктов. Очень удобно. И вот такая кухонька. Микровейка сразу вот здесь, так, в тумбочке.
холодильник. Вот все новое. И вот здесь тоже двери на террасу выход делать. С другой стороны как бы дома будет. Так, идем дальше. О, и это какая-то комната. А, это как бы делать... Это офис. Смотрите, ну они поставили столик. Тоже классно. Здесь комнатка для одного человека. Шкафчик. Так. Здесь туалет. Да, туалет, цвет тумбочек, таких как на кухне. Вот так, это ванная. Здесь другая комната. Комнаты небольшие, видите, такие, ну, маленькие комнатки. Шкаф тоже есть. Так, а это выход, вот эти двери, как бы это, если ты хочешь достроить гараж, то это будут двери, выход в гараж. А здесь это, да, а это место для стирок, вот. Это будет здесь стирки. И вот шкафчик тоже. О, это тоже, где все mechanical room. Да, тоже красивая кухня. Стол вот этот, смотрите. В некоторых есть, что здесь вот тумбочка, а здесь нету так, такое пространство. Тоже красиво. Как не сделают, все красиво. Здесь тоже шкафчик. И вот еще одна комната. Это как бы самая большая. Мастер бедрум. Это она идет с туалетом. Вот как красиво. Сразу лавочка есть такая. Ой, какая классная душ-кабинка. Тумбочки, умывальники. Душ-кабинка очень большая. Ой, какое же удобство вот здесь. Посмотрите, не надо никакая тумбочка тебе, ничего. Вау, как же хорошо. Это полотенце сюда себе сложил. Да, разумно, мудро сделано. И вот еще такой как бы идет шкафчик в самом туалете. Тоже хорошо. Но заметили, здесь нету ванны, только душ-кабинка. И вот еще туалет. Да. Да, красиво. Это тоже идет как бы три комнаты. Три. Но если, например, маленькие дети, много детей, то можно вот, где офис, вот здесь. Здесь можно сделать комнату. Смотрите, здесь дверь есть. Кроватку можно поставить, твин кровать маленькую вот так туда возле окна. И тоже можно сделать комнату. Но это по необходимости, конечно. Вот так. И это все так красиво. Вот можно телевизор закрыть. И остается вот здесь такая красота. Очень нравится мне это, люблю, как такие сразу есть тумбочки, полки, которые не надо покупать, переносить, перевозить, а оно все сразу готовое. То. И вот смотрите, какой здесь дизайн, вот такая стена сделана, тоже красиво, мне нравится. Ну что, что же цены я не вижу, не нашла я цены. Раньше было возле так, возле окна. Здесь была цена вот так в окне с другой стороны. А сейчас что-то нету. Когда-то мы смотрели себе такой mobile home. Но купили дом. Тогда они были еще по 80 тысяч вроде бы, что-то так. О, вот этот, смотрите, какой широкий, большой. Да, это очень хорошо. Так себе купил, все готово. Ну, конечно, это на любителя. Может быть, кто-то хочет другой план, там, чтобы кухня не так была, спальня не так. То это совсем по-другому.
Вот хочу еще в этот белый домик зайти. Тоже красивый. Очень красивый. Вот смотрите, здесь двери по-другому. Ой, как классно. Вау, как красиво. Мне очень нравится, что каждый домик сделан, построен по-другому. Другой стиль. Вот такая прихожая или зал, или как. Такое, ну, большое здесь. Вот и уголок можно поместить, и диваны, и красиво. Вот так здесь идет кухня. Это столик. Тоже классный цвет. Вот тумбочки. Вот смотрите, как здесь идет кухня. Вверх кухни идет белый, а низ темно-синий. Тоже красиво. Плита. Вот здесь столик идет. Посредине. Вот здесь еще, конечно, это больше, чем у меня кухня. У меня маленькая. Красиво. И вот, о, это моя мечта. Вот. Шкафчик, смотрите, как классно. Да сюда же все макароны, все баночки, что тебе надо. Очень все как бы под рукой. Так, идем дальше. Здесь идет как бы комната для детей. Да, нормальная комнатка. Шкафчик вот. Ой, хотела, думала туда еще. Вот такой шкафчик. Туалет сразу. Или ванная комната. А здесь выход в гараж. Вот это двери. И это когда с гаража заходишь, здесь сразу будет стирка. Вот, например. Тоже очень удобно. Посмотрите, умывальник есть. Тумбочки. Вот здесь хранить стиральные порошки. Ну, все очень, очень удобно. Так, здесь... Вы поняли, что? Как красиво. И все тоже новым пахнет. Ой, здесь тоже такая комнатка. Так. И это еще комната для детей. Там шкафчик. Как бы вы видите, две комнаты с одной стороны дома, а уже для родителей с другой стороны. Вот в этом домике, смотрите, вот такое окно здесь сделано тоже красиво. Совсем другой стиль, не такой, как в тех домах, в тех домиках, которые я показывала ранее. А вот это уже как бы для родителей комната. Это шкаф такой. И вот еще один шкаф. Конечно, это для мужа поменьше, а это больше для жены, для меня. Идем дальше. Ванная. Ой, какая красивая. Тоже шкафчики. Очень удобно. Смотрите, умывальник. И все ты себе принадлежности. Все у тебя здесь. И полотенца, и мыло, и шампунь, и счет. Да, все подряд, чтобы здесь ничего не было. Да, красивенько. И вот еще туалет. И еще здесь душ-кабинка. Тоже очень удобно. Красиво, красиво. Но нет цены. Я на интернете посмотрю, сколько. И вам скажу, чтобы... Ну, как же это неинтересно смотреть, не зная цены. Тоже смотрите, какой пол. Такой под старину. Да, кухня большая. Смотрите, сколько тумбочек. Вообще много. И прихожая большая тоже. Красиво, красиво. Но еще мне, например, не нравится, если заходишь в дом и нету шкафчика. Вот смотрите, даже гости пришли, вот, ну, куда курточки вешать, пиджаки или что, нету шкафчика. Ну, это как где? Как в каком домике? Вот так. И это они так продаются. Приезжаешь, смотришь, выбираешь.
конечно, доход смотрят, можешь ли ты купить или нет. Надо сначала землю купить, чтобы было куда его перевозить. А вот тот, смотрите, следующий домик, там сразу сделана терраса.